Если у вас есть недостаток в каком-либо витамине, то стоит его восполнить. На данный момент нет общего мнения по поводу эффективности мультивитаминных комплексов в сравнении с витаминами непосредственно из еды. Или нет понимания, в чем принципиальное различие между таблетками и инъекциями или растворимыми витаминами. Но споры до сих пор ведутся, и об этом я подробно рассказывал в моих роликах в описании к видео. И также, как понять, какой рацион имеет в достаточном количестве абсолютно все витамины, не оставляя ни одного слабого места? Я лично не стал бы делать никаких скоропостижных выводов вроде «витамины не нужны», «витамины не работают». Данных недостаточно. Это одна из тех областей науки, в которой консенсус просто не достигнут. А такое понятие, как средний рацион, очень-очень размыто. Составить себе разнообразный рацион, увы, может не каждый. Ну, я думаю, что зрители нашего канала это могут сделать. Именно поэтому в материалах я предлагаю пользоваться простым решением. Не демонизировать витамино-минеральные комплексы и не избегать их. Вот и все. Если вы строгий веган, вам обязательно нужно принимать дополнительный витамин В12 и витаминно-минеральные комплексы. Важно следить за уровнем потребления насыщенных жирных кислот омега-3, о которых я тоже рассказывал в описании к видео.